Уважаемые любители рок-музыки, как вы видите, мы уже начали вырабатывать традицию из каждого рок-путешествия привозить по новой песне именно о тех местах, в которых мы побывали. Из Питера мы привезли две песни, одну про рок-музыканта, другую про сам город. Из Арабских Эмиратов привезли песню на восточный мотив. До Владивостока хоть мы и не долетели, опоздав на самолет, но все равно я сочинил песню про этот прекрасный город. Надеюсь, она вам понравилась. Теперь дошла очередь и до Камчатки. Песню про Камчатку я сочинял с особым воодушевлением, так как я там прослужил 2,5 года на флоте. Песня так и называется «Камчатка». И клип мы снимали именно там, на фоне памятных для меня мест. Надеюсь, вам понравится и клип, и песня, которая прозвучит в эфире 17 августа. До свидания, друзья! До встречи на Авачи!